Всем привет! Вот спустя 2 недели приехал на дачу, и получается есть 2 новости, хорошая и плохая. Но, как видите, вот хорошая новость — это то, что пруд все-таки не спускает. 2 недели назад его полностью осушали, и пытались найти, где есть дырка, не нашли, решили полностью налить и посмотреть, будет спускать или нет. Так, и выяснилось то, что вот этот вот насосик, я его чистил, шланг, и видно из-за того, что яркое солнце вот отсюда, вон там также, сейчас поближе еще покажу, так, вот здесь вот переливается из-за большого напора, и вот так он, получается, в тот раз весь выкачался. Но сейчас вроде все нормально. Тьфу. Вода, конечно, не кристально сейчас чистая, но потому что только вот эти вот 2 работали все это время, и только солнышко. Но она такая немного зеленая, наверное. Это не то, что сам бассейн такой зеленый и отражается, а именно вода так чуть-чуть. Но ничего страшного, это все очистится. Так, теперь переходим к плохой новости. Вода здесь кристально чистая, теплая, все хорошо, но рыбки почему-то не пережили. То есть я вчера приехал, стал их искать, а как бы их нет. На прошлых выходных были, то есть родители приезжали, смотрели, а в этом, на этих выходных нет, вообще никого не нашел. Не знаю почему, даже потом, хоть и градусник, ну, обогреватель не работал, но тут был градусник сейчас, вон тот вот. Кстати, сейчас покажу заодно. Так. Здесь сейчас вода, ну, плюс 15, это без обогрева, без всего. С учетом того, что сейчас погода как бы не очень, сегодня особенно похолодало. А здесь была вода плюс 20, без всякого обогрева, от солнца так нагревалось. Но не знаю, что произошло, потому что в том году у меня тут также сидели рыбы, и все было прекрасно, не пропадали, все нормально было здесь. Но бывает такое. Так, ну, сейчас сильный еще ветер плюс, надеюсь, меня слышно. Так, ну, сегодня будем переставлять обратно обогреватели все, то есть в пруд, обратно подключать насос, чтобы бочка фильтр заработала. Я думаю, если ливень не пойдет сегодня, еще успеем пересадить вот эти, ну, кувшинки и вот нимфею. Ну, в принципе, сейчас буду оттуда вытаскивать обогреватель. И буду вот с этого начну. И буду туда также. Он еще принес те обогреватели, которые я отмывал. Вот они здесь лежат. Вот этот пойдет как раз 75-й в контейнер. А вот этот и акваэлевский, это терровский, это 300, и акваэлевский пойдут сюда сейчас в пруд. Ну, в принципе, сейчас оттуда вытащу и дальше включусь. Ну вот, обогреватель вам положил раз. Вот второй. Провода выведены. Ну, это, наверное, скорее всего, такая вот и будет здесь. Это, может, еще ближе дальше там как-нибудь подвину. Ну, сейчас будем ставить насос, подключать его, погружать, и потом будем все, ну, включать в розетку. Ну и заодно как раз перейдем вот к этим растениям. Вот так же здесь. Их надо вот эти 2 в один горшок, а во второй вот эти красные пойдут. Ну и там еще разберем, посмотрим. Ну вон, сейчас подсоединю, вон шланг лежит, как я его оставлял, и дальше включусь. Все, вот подключил шланг, но это не стал показывать, ну, потому что смысл просто на ей шланг. Поставил сюда фильтр, ну не фильтр, а насос. Так, провод от него вон там, ну также я ничего не менял. Так, теперь сейчас буду подключать это все в розетку и будем смотреть, запустится бочка или нет. Ну, в принципе, должна, что также вода пойдет. И заодно, ну, чтобы эти обогреватели включились. То, что рыбок, ну, на следующей неделе, ну, посмотрю, короче, по погоде. Если будет потеплее, то тогда уже сюда привезу рыбок остальных. То, что с прудом-то точно ничего не будет. Он уже неделю отстоялся. Тем более вот эти
Я как фильтра не трогал. С этим все в порядке. А, кстати, еще спрашивали, переливается или нет. Ну вот, например, если так посмотреть, из-за того, что у нас дожди были, вот потихонечку, то есть лишняя вода отсюда сливается. Типа самая нижняя точка. То есть это даже незаметно. Зато он, ну, нигде больше не переполняется. Так, ну ладно, пойду за розеткой и потом покажу результат. Все, подключил. Так, обогреватель. Я не вот так. Ну, короче, он работает. Ночью будет хорошо видно. И этот вон, лампочка горит, тоже работает, видно. Бочки вода есть, все нормально. Так, с этим все хорошо. Это запустили. Пускай теперь вода греется. Теперь, я думаю, буду это вот в эту точку, то есть вот сюда вот один кус поставить. И получается вот сюда вот второй кус поставить. Получается здесь, например, красный, а там зеленый или наоборот. Ну, в принципе, решим. Сейчас пойду искать горшки, чтобы, ну, я просто не знаю, эти в каком состоянии, если я из них сейчас высыплю. Поэтому пойду такие же вот, или чуть побольше найду. Будем использовать вот эту вот грунт, то, что тут лава, ну, все, что я в прошлом году привозил. И будем пересаживать. Потому что вода холодная. Ну, здесь, потому что я сейчас лазил, холодно. Здесь тепло, но здесь я пока все вот отключил, все не работает. Но я убирать пока не буду, потому что мало ли, потом еще пригодится. Тут зато дафни вот очень было много вчера, я вылавливал. Даже так, если ее посмотреть, наверное, вот они плавают, видно. С учетом того, что фильтр включен был, и ее, то есть через фильтр всю прогоняло. Ну ладно, найду сейчас горшки и включусь. Так, ну вот, я нашел вот таких два, ну, таких же два горшка, вот отрос. Вниз я обычные салфетки, чтобы мелкая фракция через вот эти вот отверстия не выпадали. Так, и сначала это мы тоже будем использовать, потому что этого грунта не так много, как хотелось. О, ящерка попала сюда. Сейчас мы ее вытащим. Тут даже не одна. То есть. Так, одной рукой вообще неудобно. Раз. Не туда вы пошли. Разворачиваемся и уходим туда, чтобы их, не дай бог, не задавить ничего. Так, ну вроде больше жирности такой нет тут. Так, для начала, чтобы вот этот вот керамзит весь не всплывал, то что все в перемешку уже, нальем сюда воды. Все это перемешаем, ну хотя бы вот так вот. Еще раз повторим эту процедуру. Конечно, понимаю, что весь так керамзит, который здесь был, я не уберу. Хотя бы так большинство, чтобы потом он меньше всплывал.
Ну ладно, достаточно. Так, теперь приступаем. Раз. Два. А тут даже вон треснул. Горшок один. Вот это я смотрю. Нормальный. Это треснутый. Ну ничего, мы эти два корня поставим сюда. Так. И тут у нас получается это три красных. Вот это одна зеленая. Так, сейчас я просто другой рукой возьму, вытащу и дальше включусь. Короче, я сначала вытащил ее, потом подумал, я же это убирать не буду, то пускай хоть какое-то растение здесь будет, кроме вот ряски. То есть красный я, да, туда в один горшок пересажу в пруд, а здесь пускай будет один вот этот вот, не знаю, как это, кувшинка, во. Так, ну короче, начнем с этого. Просто как все вываливаем. Камни. Тут и червяки, и вот сам корень. Так, вот этот горшок на выкид, на выброс. Так, ну и берем вниз сначала, закладываем эти камушки. Надо постараться, чтобы дно такое, как бы все было плотно заполнено. Тут выбираем и мелкие, чуть крупнее, без разницы. Вот. Это будет как получается, что вода там не застаялась. И как утяжелитель. Так, это готово. Теперь это также высыпаем. Все есть. Это тоже на выкидывать будем. Будем использовать новый. Здесь вот какой корень. Вот от этого корня вот они все идут. Вот так раз. И вот так вот второй, думаю. Поставлю. Сейчас тогда это все засыплю и включу, дальше покажу, как это выглядит. А, вот засыпал, но я сделал чуть другому. Я не вот столько, как был ко мне, а я где-то половинку засыпал более мелкими. Мелкими. И остальное вот досыпал, то есть половина такой вот мелких камушков, щебенки. И половина вот, получается, тут лава, сойл, керамзит, то есть все вместе перемешку. Ну, я думаю, тут так и будет лучше, чем просто в щебенке. А вот это как раз пойдет все вот сюда вот. Ну, сейчас я также вот впущу и приступим к красной. Именно это вот. Все время забываю, как называется кувшинка, а та именно нимфея будет. Все поставил. Конечно, какой-то вот сверху плавает, чуть-чуть керамзита всплыла, но это лучше, чем вот то, что я до этого показывал. Ну, вот так вот она от насоса. Ну, если что, я ее просто вот сюда потом с очком кругура чуть ближе к насосу подвину. Это ничего страшного. Так, вторую, вот, думаю, прям вот сюда где-то. Ну ладно, посмотрим, как получится. Сейчас перчатки одену и будем вытаскивать вот эти вот. Вот, все вытащил. Сейчас то же самое сначала
грубо говоря, большие камни вниз. Ну, просто вот так вот как-то беру. Тут и более мелкие встречаются, побольше. Так, все, думаю, этого хватит, потому что тут у меня получается грунт отсюда будет. И этот. Так, я принес вторую плашку, чтобы этот грунт пересыпать сюда, например. Вот так. То можно сделать еще вот так вот. Короче, вот так вот сейчас буду потихонечку все вытаскивать и пересаживать сюда. А, кстати, вот у этой вон корни уже пошли. Вот. Вот. То есть, хотя видите, также внизу салфетка, ну, чтобы грунт меньше выпадал. Ну, я думаю, значит, внизу будет. Хотя даже не знаю, как. Ну, сейчас пока буду пересаживать, вытаскивать их все, посмотрю, сколько тут всего грунта будет. Я тогда уже решу, какой он будет. И покажу в конце. Также, сколько я что добавил. И будет, ну короче, ладно. Походу решу. Все. Сейчас сделаю, включусь дальше. Так, ну, значит, засыпал все. Как видите, то есть сверху вот этот черный кварц. Потом идет из. То есть кварц идет, потом лава и крупная галька. Я решил в таком порядке. Ну, сейчас вот туда поставлю и продолжу дальше. Ну вот, я его сюда поставил. Да, то есть какой-то керамзит там всплыл маленький. То есть его уж где-то, ну, где-то он там по краям. Но ничего страшного. Я думаю, тут будет красиво смотреться. А вот эту все кувшинку, я думаю, потом, ну, когда потеплеет, подвину вот сюда вот чуть-чуть поближе. Может быть, насос чуть сюда передвину, а это как раз вот где-то вот так вот подвину будет. Но он будет смотреться красиво. Так, и для тех, кто досмотрел до этого момента, небольшой, так сказать, анонс. Планирую в скором времени, наверное, расширяться. В плане того, то, что вот приобрели соседний участок. Он был заброшен лет 20. Тут стоял лес. То есть вот за неделю трактором вот это все очистилось. Тут еще, конечно, работы очень много, тут ни забора, ничего нету. Вот эти вот дрова, это все отсюда, с этого участка. Половина вывозил, половина закапывалась. Но я про то, что в будущем вот этот вот пруд, наверное, приедет туда, на тот участок. Я планирую там еще один пруд приобрести, больше уже размера, то есть, наверное, как бассейн, то есть, который вкапывается. Это будет также вот для аквариумных рыбок, а побольше, наверное, для обычных рыбок. Или, ну, там будет уже видно. Еще то, что, наверное, в будущем будут видео про стройку. Буду показывать, что происходит. То, что тут работы очень много. Как тут, где тут будет что находиться. Но это будет дальше видно. Ну, в принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях. Все, всем пока.